Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Один из лидеров по производству мягкой мебели в стране откроет производство в Котельниче. Это предусмотрено соглашением между правительством Кировской области и ООО «Король диванов». По словам гендиректора компании Андрея Ходосевича, фабрики компании в Саратове, Твери, Новосибирске и Челябинске выпускают 1,5 миллиона единиц мебели в год. Также фабрика по производству мебели планируется в городе Котельниче. Там уже зарегистрировано юрлицо, приобретено имущество и оборудование. Готовится процедура по аренде земли. Запуск планируется на конец года. В год будет выпускаться 500 тысяч единиц мебели, а также ДСП и фанера. Программа «Экономика». Гостиницу «Губернскую» в Кирове никто не покупает. На конкурс по договору купли-продажи гостиницы не поступило ни одной заявки на участие. Выставляли здания, признанные памятником архитектуры, землю и гараж единым лотом с начальной ценой 54 миллиона рублей. Муниципальные гостиницы не приносят доходов и считаются непрофильным активом. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Самозанятости в России уже больше года. В Кировской области более 12 тысяч человек получили такой статус. Но без подводных камней не обойтись. Так спорить с самозанятыми нельзя, пойти в арбитражный суд. Он этим не занимается. А суд общей юрисдикции – это совсем иная процедура. Какие еще есть сложности, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Есть еще один риск, когда заказчик у самозанятого только один. Чтобы снизить риск признания отношений трудовыми, конечно, в идеале у самозанятого должен быть не один клиент. Но если у вас все реально, и самозанятый реальный исполнитель, а не продукт вашей налоговой оптимизации, этот риск совсем невелик. В данный момент есть даже разъяснение налоговой службы, что да, если вы единственный заказчик, то это не является основополагающим фактором для того, чтобы перевести этот договор в качестве трудового. Сохранить деньги в спорной ситуации и сэкономить время надежнее с грамотным и опытным специалистом. Компания «Бухгалтер Я» уже больше 10 лет на кировском рынке. Это все услуги по бухгалтерии в одном месте, консультации и помощь. Телефон 213-112. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 73 рубля 57 копеек. Евро стоит 86 рублей 81 копейку. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.